перископ майки .org. Заходи на страницу, не пожалеешь, бро. Тут толстовки, костюмы, шапки, футболки, одежда с огромным каталогом принтов. Выражай себя в принтах и дари подарки близким. Контроль качества, ты не будешь в зоне риска. Окей, ты еще не понял, заходи. Тут ссылка в описании, это лучший магазин. Бау. Я в прямом эфире. Ты в прямом эфире? Ты в телевизоре, нет? Я в телевизоре, да. Салам, ребята. Пополам там. Салам, да. Никто не подписался еще, да? Да, ни одного человека. У меня просто... Это вот чисто две минуты, просто типа всех... Никто, вот реально, типа на мои эфиры, когда я типа записывал просто типа обсуждение Шурыгина, типа в 2017 году. Smoky Mo Team, привет, ребята. Е-е-е. Ну ладно, человек это больше, чем какой-то. Конь, я. Ты написал конь. Ты конь. Не-не, я за Рубин Вали. Бум, как я такой панчлайн умал. Моя хуйня полная. Разъебёкси. Базара ноль. Изи тема. Я обязан. Я вообще даже, я даже не сомневаюсь. Помахать. Всем помахать. Если сейчас будешь махать, типа, в реальной жизни... What's up, Smoky Mo Team? Обязан разъебать. Да, wild, я понял. Анна Захарченко. Привет, Анна Захарченко. Смотри, как много людей. Давай, брат, разведи там всех. Человек. Йоу, привет. На сайфере зачитал просто охуенно. Спасибо. 27 человек, ты сейчас можешь, не знаю, урок русского рэпа провести, типа, на класс. Йоу, ебашмел, спасибо. Вы задавайте какие-то вопросы, потому что просто... Вот чисто, на 2 минуты. Да, мы просто, вообще типа, очень... Быстро. Просто интересно. Типа, во-первых, меня попиарите, а во-вторых, типа, это... Привет из Томска, салют, из Томска. Сомска. Из Томска, и это... респект из Омска, понял? Ой, я что-то, типа, не шарю. Вот. Я не знаю, как это все... Не надо меня находить, если я проебу. Вдруг я обоссусь. Да, популярность такое, да. Задавайте вопросы, если вам интересно. Нет, да, ребята вопросы, из Томска, да. У вас там есть микси. Чего вы за меня-то топите? Почистка на... Чистка. Чистка. Чистка на последний видосе божественно. С метлой своей. Рок или рэп, я не выбираю, я не мешаю жанры. В смысле, я их мешаю, но... Сболтать, но не смешивать, как говорится. Базарит. Да. Когда батл первый, не знаю. Я ушел в кино, да. Кокси хотел или Смоки, мне было все равно с самого начала. Я просто хотел попасть на типа на сам проект. Вот, сейчас я знаю некоторые вещи, и мне очень приятно, что я именно у Смоки. Акапельно охуенно сделал, спасибо. Какого хрена я ушел без вас? Ну, так получилось, ребята. Ассалам алейкум, это опять я. Вопрос, что вы делали на последний звонок в 9 классе? Я не помню. Чем мы делали? Ты уже был? Нет, ты не был. Я в 10-м только. С апостолом Петром объясни, пожалуйста. Апостол Петр — это человек... Человек. Это типа... тот, кто держит ключи от рая. Поэтому мне не нужны ключи, ведь у меня есть ключ в голове. Шарите, все дерьмо. У тебя приятный голос, спасибо. Можно познакомиться? Лиза, не рофли, пожалуйста. Это все? Это мои знакомые. Где учишься? Вот здесь, в Москве где-то. Алексей Рогозенко, привет. В каком? В 9-м. Не, погодь, ты в 7-м еще? Да, я в 7-м. Типа это... Ваши фанатки, привет, да. Фаши, типа. Фаши. Я вот... Два еврея собрали. Братан, трек есть? Слушайте, я, короче, вот что думаю. Я думаю, послезавтра скину в свою группу. Ссылка, кстати, есть в профиле. Интересно, меня нормально вообще слышно, или я зажимаю микрофон? Ссылка есть в профиле. Завтра-послезавтра скину очень старый, записанный с лайва трек группы My Desolation. Короче, вот, и он там появится, типа с лайва прям, типа снятая аудиодорожка. Поэтому вот. Когда про кэшбэк спиздану так орал, что Кудрова охуела. Все хорошо слышно, спасибо. Как я добился такого успеха? Не знаю, днём, спасибо, ребята. Слайва остался с 15-го года. Да, с 15-го года. Мы, ребята, мы олдфаги, мы ебашили тогда, когда еще нельзя было ебашить, так как мы ебашили. Бля, игноришь, некрасиво. Я стараюсь не игнорить. Что самое сильное на ФБ, по твоему мнению? Я думаю, что Парагрин. Парагрин, дед Парагрин может. Считаю, что похож на Мирона молодого или все пиздят. Ну, не мне решать, но... Типа, с одной стороны, безусловно, глупо отрицать, что Мирон сделал многое, а с другой стороны, я хочу быть особняком стоять, да? Я не хочу быть на кого похожим. Дай нам в личку видосы, будем тебя выставлять. Как я в Австралии оказался? Да, так, буквально, типа, да, вылез. Бам, вылез там, да.
Какие рофлы были в видосе? Их было так много, что вы просто не шарите, ребята. Рофлов было столько, что, типа, мне так смешно смотреть, как у людей просто, типа, это очевидный прикол. Но нет. Да я тоже хайпан. Хайпуй, братан. Все, спасибо. Соловей, смотри, как подготовка идет. Отлично. Бля, если так будешь охеренно батлить, жди кучу сисек от маленьких девочек директ. Спасибо, нет. Хейтеры, о, до 9 лет, да, типа, ограничений. Хейтеры на самом деле есть, но мне в личку не пишут. Вот мне вот этот человек сказал, что когда я буду действительно известным, это типа наступит в тот момент, когда мне начнут писать хейт в личку. В личку мне пока хейта не поступало. Ну, типа, вы знаете вот эту херню. Ладно, спасибо. Ладно, я не буду. Друг прикольный. Это про меня, наверное. Да, типа, это моя трансляция, да. Да. И вышел. Окей, я вышел за 3 года. Кто там? Там кто с тобой? Электромышь? Ты? Вообще-то это всячески. Я всячески, я как бы, я пополнял, вот вся херня. На самом деле тоже попал. Соловей, скрэмбл бут, вся херня. Какой же, прости господи, охуенно, спасибо. Мавр уже известен так. Да, это батловик. Тоже батловик, он батлит на андеграунде площадке. Московский андеграунд. Мавр. Шарит все. Все. Ждите, просто засекайте время, он стрельнет тоже. Типа это, я в школу. Ха-ха, сука, сиськи от легких девочек, да, пожалуйста, не надо, лишите меня этого. Я не хочу. Скидывайте мне. Артём, а твой всё херня себе. Вот так работает пиар. Зажигалку. Сейчас найду зажигалку. Привет, спасибо. Как много лайков, боже мой. Смотрел, как ЗБ смотрел твой батл на стриме? Да, я люблю стримы ЗБ. Это очень крутая тема. И вдвойне, типа, мне всегда было смешно от стримов ЗБ. Это реально, он, типа, очень часто по фактам, ну, раскладывает. И про себя это было послушать не просто смешно, но еще полезно в некоторых местах. Сиськи больших девочек. Сиськи больших девочек — это неплохо. Артем, тебе мужские сиськи скидывать? Да, у него свои есть. Мне свои есть, криптонит. Сиськи больших девочек — это уже разговор. Уже неплохо. Больших девочек, типа 9-летних. Наша команда здесь имеет вес. Да, мы здесь, чтобы на трех иксах поставить крест, сука. Кого считаешь главным соперником? Мне очень интересно забатлить с ПМом и с Пандроповым, потому что с Пандроповым это... типа 17-летний, сука. Да. Потому что мы очень разные, при этом мы типа самые молодые в сезоне, и при этом мы разные по... командам, мы разные по подходам к батлу, то есть я... В разных районах Москвы, наверное, живете еще. Так он не из Москвы. Он не из Москвы, разве? Не из Москвы, он Владимир. Владимир. Он из Владимира, да. Все, кидай сиськи. Спасибо, да, я потом посмотрю сиськи. Мы около Аркадии, чего? Мы около кинотеатра Аркадии. Все, сейчас все прибегу. За Пандропа топишь, но он тоже, ну, типа, хорош. В своем стиле, в котором он... Я немножко не согласен, это как, типа, знаете, как Mortal Kombat играет одним приемом. Такая себе хуйня. Это, типа, нажимать крестик постоянно. Это убил. У тебя были батлы или что люди херню пишут? Ну, у меня иногда были батлы, да. Ну, типа, батлил. Ну, типа, так. Ну, пару раз. Да. Ну, типа, на одной малоизвестной площадке. Угу. Не будем называть, чтобы не хайпило. Бурлов Вася. Привет, Вася Бурлов. Зачем ты так много на него потратил времени, типа прям прочитал? Ну мне, слушай, я максимум чего не хочу, это когда, знаешь, ну через свешные люди не отвечают никому. Я стараюсь отвечать. А, как ты мне? Да, ну ты пошел нахуй как бы. Вот, я стараюсь отвечать всем, потому что, ну типа, если мне не пишут какую-то бессвязную херню или вопрос, на который я не могу или не хочу отвечать, вот тогда я не буду отвечать. А так я стараюсь это самое. Я обещал разъебать Итла. Хорошо, я выполню свое обещание. Летай на самом деле крутой. А, это ты скидывал рисунки по ФБ, да. Твои рисунки крутые. Так, меня уже кто-то добавляет в друзья. Вот что такое. Как финал слова Back to Beat. Хороший финал, я не видел его. Такие дела. Со мной что со мной? Со мной Мавр. Фильм уже идет 10 минут. Кого слушал Шокс или Смоки? Сейчас я вообще на Смоки, я так зарылся в его треки старые. Пиздец. Он очень хороший. Я сейчас чаю захотел, знаешь. Чая, да, чая. Прям как Дис прям решили записать на команду Окси. Да мы ничего не решали, оно само. Все, братан, нужно идти, короче. Вот, ладно, все, мы ребята. Мы идем, брат. Peace out, я пошел. Сейчас, идем. Мы сексуалистов. Давай. Все, давай. Peace. Давайте, ребят, пока. 10, да, мне 10. И Freshblood 4, да. Такие дела. На самом деле я просто решил посмотреть, что будет, если я запишу эту... Да, прошел у Окси. Храпов мне пишет, что он меня хочет. Сколько стоит гастрайт от Матвеева? От Матвеева, я думаю, доширак.
Да, конечно. Окей. Конечно, конечно, да. Учит, учит. В общем, вот, как-то так. Мне чисто интересно, насколько вообще эта функция важна, потому что насколько можно наладить общение через эту херню. Мне кажется, что нет. Матвеев, сколько стоит твой гастрайт? Ну-ка, быстро. Ну или пивас, да. В принципе, пивас, я думаю, тоже можно. Привет, Илья, привет. Тот самый панч, по поводу того самого панча, я так понимаю, что это какая-то неостановимая машина, потому что это пиздец, но они вообще очень быстро это делают. И я негативно отношусь, потому что я считаю, что все должно быть на своих местах. Конечно, это интересно для кого-то, но, блин, ну, фактически они убивают интригу, и они к этому процессу никак не причастны, поэтому не имеют права никакого это делать. Вот. Там кто-то гол забил. Вот. Такие дела, ребята. Все. Наверное, я все. Давайте, ребят. Удачи. Я просто реально, мне было интересно. Все, кто-то присоединяется, но нет, я уже все. Давайте, удачи.